Лицеист не выучил урок. 17-летний парень за рулем ровера на улице Васнецова врезался в осветительную мачту. Сам остался цел. Двойка за вождение. За отношение к правилам точная оценка – 2,14 промилле. Сегодня 8:50, выпил пиво. Решил на этой машине перегнать антифриз. Сел за руль выпивший. Нет, врезался столб. Убежал с места ДТП. Автомашина доставлена на охраняемую стоянку. По факту ДТП проводится проверка. Несовершеннолетний передан родителям. За длинные выходные в столице зафиксировано 164 дорожно-транспортных происшествия. 31 человек попался за вождение в нетрезвом виде. 82 раза граждане за рулем оказались бесправниками.